бассейн в связи с коронавирусом не работает. Да, природа, погода, катамараны, лодочки. Ну, сегодняшняя дорога привела нас в Карповку. Карповка, домик, водоем. Такой вот миленький домик с маленькой зоной, с скамейками. Но пока не разложили, где диванчик, кухня. Прилично такая отделанная ванна, больше похожа на сауну. Здесь же печка. Вот комната. Все достаточно мило. Полы теплые, батареи работают. Несмотря на то, что лето, батарея у нас лето. Водили при голову. Хороший домик. Вход между отдельными эко-домиками и двойными к основной части. Детская площадка. Батутами вроде есть где заняться детям. Ну, собственно, причал. Вокруг, конечно, красиво, но внешний вид воды купанию не располагает. Но самая прикольная вещь, конечно, это спасательные круги. То есть вот раз, и сзади такой саморез. То есть, если в тебя вот этим кругом зафигачат, то он сразу, блин, к твоей башке причмячится. В целом хорошая база. Если едешь на выходные, лучше ехать в компанию и иметь колонку, которая перекричит колонку соседнего домика. Хорошая территория, современная инфраструктура, ну, есть небольшие недоделки, в принципе, как и везде.